Итак, компания Kia раскрыла все детали нового Kia Sportage 5-го поколения. И сразу же у себя на родине автомобиль установил рекорд и вызвал очень большой ажиотаж. Количество предварительных заказов побило все рекорды. За первые 24 часа удалось собрать 16 078 заказов. Это позволило компании Kia установить рекорд в сегменте компактных кроссоверов. Автомобиль будет предлагаться в двух вариациях с длинной базой и короткой. Это будет зависеть от страны, в которой продается автомобиль. Новинка получит бензиновые и дизельные моторы, а также гибриды. И перед тем, как рассказать все подробности, проверьте, подписаны ли вы на канал, а также жмите на колокол, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков. Ведь они выходят каждый день. Сразу начнем с того, что новый Kia Sportage стал крупнее прежней версии. Длина автомобиля 4 метра 46 сантиметров. И это на 17 сантиметров больше. Ширина 1 метр 86 сантиметров. И это на 1 сантиметр шире. Высота 1 метр 66 сантиметров, что на 2,5 сантиметра больше. Колесная база 2 метра 75 сантиметров. И это на 8 сантиметров больше. Но для Европы, скорее всего, будет доступна короткобазная версия, у которой колесная база будет 2 метра 68 сантиметров. В общем-то, такую же концепцию используют в компании Hyundai на модели Tucson. Также скоро выпустят внедорожную версию X-Line и спорт-версию GT-Line с более яркими цветами кузова. Автомобиль уже в базе имеет светодиодную оптику, а более дорогие комплектации получат матричные фары. Также за доплату можно будет заказать черную крышу. Перейдем к моторам. На старте продаж сообщают, что будет устанавливаться 1,6-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 180 лошадиных сил и 264 ньютон-метра крутящего момента. Работать он будет с 6-ступенчатой механикой или 7-диапазонным роботом. Второй вариант – это дизельный мотор объемом 2 литра, выдающий 186 лошадиных сил и 416 ньютон-метров крутящего момента. Работать такой мотор будет только с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. По заявлению компании Kia, этот дизельный мотор отличается повышенной топливной экономичностью и низким уровнем выбросов. Также ожидается и гибридная версия с 1,6-литровым двигателем и электромотором, как у нового Hyundai Tucson. Во всех случаях автомобили могут быть как переднеприводные, так и с подключаемой задней осью. Впервые Sportage получил возможность выбора режимов движения, при этом изменяются настройки двигателя, трансмиссии, рулевого управления и других систем для улучшения управления на разных типах покрытия. Новинка получила переднюю подвеску типа MacPherson и 4-рычажную подвеску сзади. Колесные диски будут устанавливаться от 17 до 19 дюймов, а также новая подвеска может похвастать непрерывным контролем демпфирования. Данная опция будет доступна за доплату. Также на гибридных моделях появится система e-handling, которая улучшает динамику, устойчивость и маневренность автомобиля. Что касается систем помощи водителю, то здесь они самые продвинутые. Будет новый круиз-контроль, система мониторинга слепых зон, функция помощи при парковке, система аварийного торможения с возможностью распознавания автомобилей, пешеходов и велосипедистов. Интерьер выполнен максимально современно. Панель приборов и мультимедийный экран объединили под единое стекло. Размер каждого из экранов 12 дюймов. Новинка получила отсек для беспроводной зарядки смартфонов, но и для любителей качественного звука теперь доступна акустическая система от компании Harman Kardon. При этом производители заявляют, что вся отделка в салоне стала более качественной. Стоимость новинки в Южной Корее составляет от 22 до 32 тысяч долларов. В переводе на рубли это ориентировочно от 1 600 000 рублей до 2 300 000 рублей. Заказы на автомобили уже принимаются, а в свободной продаже он будет доступен уже в августе. В России кроссовер должен появиться в 2022 году. Как вам новый Kia Sportage? Пишите свое мнение в комментариях, а также не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокол. Выпуски выходят каждый день, поэтому вы всегда будете в курсе всех событий автоиндустрии.